Семья, всем привет! Сочи, Краснодарский край. Кайфовая погода, наслаждаемся солнышком. Ну, конечно же, 21 апреля. Что нам мешает наслаждаться и кайфовать от этой жизни? Прямой вид на море. До моря, говорят, 350 метров, но мне кажется, метров 500. Ребята, продается квартира вот в этом домике. Это улица Ленина, дом 294/5А. Квартира 90 квадратных метров. На сегодняшний день стоимость 19 миллионов рублей. Слушайте, несколько домов клубных здесь построено. Раз, два. Здесь вот третий домик. Аналогично абсолютно. Закрытая придомовая территория. Пультик нажали, заехали. Код нажали, зашли. Никто лишний абсолютно к вам не зайдет. Сейчас пойдем, покажу, как обустроена придомовая территория и саму непосредственно квартиру. Семья, просто обратите внимание, какая входная группа. Я специально вам начинаю показывать с входной группы, чтобы просто оценили, ну, скажем, комфорт этого клубного дома. Пожалуйста, здесь придомовая территория. Хотите здесь как бы отдыхайте, сидите, загорайте. Сейчас я поднимусь в квартиру. И вы просто посмотрите, как она распланирована и насколько там она действительно, ну, достойный вариант. Вот смотрите, при входе в подъезд вот так все оформлено, пожалуйста. Ну, красота? Конечно же, красота. Я сейчас еще потом поднимусь на несколько этажей, чтобы показать вам, ну, просто квартира здесь находится, на первом этаже. А я сейчас вам покажу, как здесь все сделано. Вот смотрите, здесь, пожалуйста, видеонаблюдение. Посмотрите, как оформлены этажи все, смотрите. Ну, красота же. Картины, цветы. Здесь живут очень и очень достойные, обеспеченные люди. Поэтому у вас будет замечательное соседство. Теперь давайте, что касается квартиры. Квартира. 90 квадратных метров. При входе, пожалуйста, здесь сразу прихожая. Потолки 3,20. Как она распланирована? Смотрите. Сразу огромная спальня. Раз. Огромная спальня. Дальше. Здесь большой-большой санузел. И еще две спальни здесь. Раз спальня. Ой, извините, это не спальня, это у нас кухня-гостиная. Кухня-гостиная. И вот вторая спальня. То есть всего у нас получается две спальни и большая кухня-гостиная. 90 квадратных метров. Слушайте, это великолепный вариант для того, чтобы жить в районе с клубными домиками, в уютном, в элитном. Давайте покажу вам еще придомовую, чтобы было понимание, как там все оформлено. И вы посмотрите. Сейчас. Вот смотрите, придомовая у нас. По соседству такие же элитные домики. Вот смотрите. А, значит, у нас здесь что имеется? Здесь насаждение. Все деревья фруктовые, посажены, да? Потом, что у нас здесь? Общая территория. Пожалуйста, здесь можете сидеть отдыхать. Здесь можете прогуливаться. Вот вам, пожалуйста, вид на море. Ребят, 500 метров максимум до моря. Детские площадки. Здесь летом ставится стол. Здесь виноградник, естественно, растет. Пожалуйста, здесь готовьте шашлычки. Отдыхайте. Ну и гараж, ребят. То есть можно купить себе машиноместо и вот такой достаточно комфортный подземный гараж. Слушайте, клевый, хороший клубный домик. Приезжайте, смотрите, принимайте решение и переезжайте жить к нам в Сочи. Мы вас ждем. Всем хорошего дня. У каждого дома своя придомовая территория, естественно. Детские площадки. Что у нас тут есть? Еще игровая зона.
вы можете спокойно своих деток отпускать гулять, не переживать за них, потому что все закрыто на автоматических воротах, на калитках, на электронных замках. Отсюда, пожалуйста, тоже вид на санаторий Знания. Вот, пожалуйста, улица Ленина. Чтобы вы понимали, пешую доступность до моря. Вот, пожалуйста, метров 500 здесь. Заявляют 350, но я думаю, что метров 500. Вот, спокойно можете отпускать, детки будут гулять, кататься. Ребят, на качелях. Ребят, посмотрите, если вы здесь столик поставите и будете сидеть, кайфовать, смотрите, какой вид у вас здесь будет. Как говорят они, шикарный вид. Ну, действительно, потрясающий вид, да? Потрясающий.